Сегодня очередное утреннее видео из серии «Ужасы нашего городка Заиб». Сегодня всю ночь дул ветерок, маленький такой, да? Да. И этот дождик был небольшой. Чуть-чуть покапало. Уже все прошло, выглядит оно вот так вот. Ну, в общем, остались только маленькие волны, которые сопровождали этот маленький ветерок и небольшой дождик. Да. А дождик у нас был такой, что у нас протекло и бимини, и все, что можно. Дина лежала в целлофане. И спала, причем так, ноги в луже. Течет сверху ручьями. Я в непромоканце мокром насквозь, с которого течет ручьями. И ветер, который периодически... Вот мы сегодня видели 40, да? 40 узлов. 40 узлов. Ну, 39-38 я видел раза 4, наверное. А туда за 40-ку. И это же все еще прямо в морду нам дует. Поэтому сегодня мы вообще не спали, и ночка была вот такая. Из наших сегодняшних развлечений я буду ставить штормовой парус. Потому что хватит сегодняшних ночных развлечений. А у меня будут сегодняшние дневные развлечения, чтобы потом ночных не было. Оп. Откручиваю baby stay. Берем, где у нас штормовой фал. Штормовой фал, вот он. Его отвязываем. И тащим вперед. Вот так это все здесь выглядит. Вот он готов. Вот карабин находится здесь. Если его открыть, он сразу будет готов улететь наверх. Из того, что еще мне нужно сделать, мне нужно вот эту вот штуку прицепить вот сюда. Сделал раз. Вот оно сюда пойдет. Вот он готов. Вот карабин находится здесь. Если его открыть, он сразу будет готов улететь наверх. Из того, что еще мне нужно сделать, нужно вот эту вот штуку прицепить вот сюда. Сделал раз. Вот оно сюда пойдет. Итак,
Какой это у нас сегодня день яхтинга? 7-й или 8-й? Ну, 7-8, короче, мы сбились. Мы выживали как могли, так как вся лодка насквозь мокрая, насквозь вообще. Стоишь, из сапогов вот так выливается вода, из костюма вот так выжимается вода. Мы выживали как могли. Так как внутри находиться возможности нет, нам нужно каким-то мистическим образом находиться снаружи и при этом быть сухими. Бимини все давным-давно уже протекает. Внимание! 1, 2, 3! Нормальный бомжатник, а? Вот у нас место для сухих сапог. Там у нас вонючий уголок. А здесь коромы, сабай-сабай. Там где-то у нас Диана в норе тусит. Ну, об этом ни слова. А тут королевское место. Еще, чтобы по ночам была возможность хоть немножечко спать, я придумал делать вот такую вот систему. Короче, у нас есть радар. Вот. Я выставляю вот в радаре гвардзон. И вот здесь говоришь сектор или по кругу. И alarm when enter. То есть у меня есть вот такая вот security зона. Когда туда попадает корабль, он начинает пищать. И на АИСе тоже выставлено, когда попадает Dangerous Vessel, он тоже начинает пищать. Но прикол в этом в чем? Что радар ловит дождь. И если идет очень мощная туча, особенно если эта туча дождевая, грозовая, и она попадает туда, он пикает о том, что какой-то непонятный объект вошел в эту зону действия. Я встаю, рифую паруса, захожу в этот приятный дождь, вот, потом выходим, я раскрываю паруса и идем дальше, пока он не начинает пищать. Обычно где-то полчаса достаточно, он срабатывает за полчаса, ну, в зависимости от того, как настроена эта гвардзона. Вот. Так, следующее происшествие, которое у нас произошло. У нас порвался Lazy Jack и вывалился парус. Сейчас будем его каким-то мистическим образом пытаться прикрепить. Не знаю каким. Наверное, соберу это сейчас все в кучу. Итак, сегодня ночью у нас был момент, когда мы решили поменять все наши планы. Потому что мы шли, как я говорил, в Гале на Шри-Ланку. Доброе утро! Доброе утро! Но против ветра мы шли на моторе, и за 8 часов мы прошли со скоростью 2 морских мили. Поэтому я понял, что это нужно что-то менять, и так дальше быть не может. Поэтому я поменял наши планы, мы идем не в Гале, а в город, который находится на севере. Тем не менее, мы можем идти и с хорошей скоростью. Море единственное, что неспокойное, но зато мы можем идти. Вот какой у нас сейчас выглядит. У нас это рассвет. И у нас получается идти до 7 узлов. Сейчас я немножечко притормозил, чтобы поснимать. А так я отворачиваю еще больше направо, и мы идем йо-хо-хо. Только что расходились с кораблем. Вот он, Хай Шанхай. Такой вот регулярный ветер. Сейчас мы идем 24, обычно 24-30. Это постоянный дует. И уменьшаться вообще у него мыслей даже нету в голове. Ну, вот так вот мы и идем. Итак, я не знаю, говорил я уже или нет, у нас идет сегодня 10-й день пути. Вчера мы потеряли наш таксель. Ну, не то чтобы мы потеряли, но потеряли его функциональность. Вверху, вот там видно даже ошметки. Он был порван. Сейчас мы идем под штормовым.
Такой у нас красивый. Но не суть. Сегодня день у нас знаменателен тем, что мы уже финально определили, в какую точку мы идем, потому что до этого момента у нас все-таки еще были сомнения, может быть, идти в Гале, но с утра мы поняли, что это недостижимая точка на нашем маршруте, потому что оттуда все время дует, а идти... Мы и так идем против ветра, но идти против свела, против ветра, против всего, это совершенно другая история, мы туда просто физически не дойдем. Ну или будем идти 300 миль, там 700 миль, то есть на каждую 100 миль мы будем проходить там 200, а может быть даже больше. Вот так вот. Поэтому мы идем на север. А вот так, как я уже говорил ранее, у нас поломался измеритель ветра. У меня есть такая аппликуха, называется Wahoo. Вот мы ее сейчас запускаем и пошли мерить. Вот он показывает текущие 24, 22, 23. Короче, от 18, от 18 до 26 узлов сейчас мы имеем ветер, но в основном это больше 20 в любом случае, потому что исключительно по ощущениям. Вот у нас прошла еще одна ночь. Я не знаю, откуда небо берет столько воды. Это просто какой-то кошмар. Плачут небеса, плачем мы. Потому что мы уже мало того, что выглядим вот так вот, как бомжи. Вот. У нас вот сохнут вещи. У нас больше совершенно нет сухой одежды. Вообще ноль. Штанов. Конкретно штанов. Да вообще ничего больше нету. Вот мы после такой вот ночи, когда дуло там за тридцатку, мы шли под парусами, это все, оно все время ветер крутится, то он там 5 градусов дует, то он 45 к тебе дует, ты все время лодку подстраиваешь, не спать, косить. В общем, это все приобретает какой-то, входит в разряд какого-то кошмара, то есть это ужасно, одна из топ-3 моих худших поездок из всей моей практики, пока это так. Спокойно, дальше давай просто дойдем и все, и забудем, я напьюсь, и все будет хорошо. Сильно. Вот, но это еще не самое смешное. После того, как вот мы уже, сколько, 8 дней у нас получается, да? 8 дней мы идем. Сегодня 9-й. Да, пошел 9-й день. У нас еще, как назло, закончился ветер, та-дам! Фак, мы находимся, ну уже ладно, уже там 300 миль от берега. То есть сейчас нам немножко помогает течение, но сам факт, вот его не то чтобы нет, или он слабенький, его совсем нет, ноль. Вот то, как мы находимся, наша скорость. Вот мы стартовали здесь. Вот, Пхукет, где он там выше, вот. Это вот все расстояние, мы уже шли, прошли. Вот, ну и вот уже практически. Вот, это вот дистанция 196, но от нее мы в любом случае пойдем нам либо сюда, я уже думал альтернативный вариант пойти сюда, то есть оба варианта нас, ну, в принципе, устраивают. Вот. У нас осталось топливо на один бак и еще резерв 60 литров. А как мы его переливаем? Все топливо у нас находится в канистрах. У нас есть большая леечка. Вот здесь находится у нас бензобак. Или дизель-бак. Или топливный бак. В общем, не суть. Вот так берешь канистру. И вот так вот ее сюда наливаешь. Влазит 10 канистр, 200 литров. Так, у нас бак 240. И у нас там что-то было.
В общем, как раз будет полный бак. Вот уже 9 дней мы идем против ветра, против волн, против всего. Вот так вот это выглядит, как обычно. Штормовой парус мы поставили сейчас, хотя времени, ну да нет, не было в этом необходимости как таковой, но штормовой парус связан с тем, что у нас порвался стаксель. Вот, поэтому за неимением гербовой пишем на простой. Если у нас не на чем идти, будем идти под штормовым. Вот такая вот радость бытия. А еще у нас сломался указатель ветра, то есть он у нас не показывает АВС, показывает ТВС 9.7, при том, что дует сейчас явно 25. Короче, непонятно, что он показывает. Зато самое важное, он показывает угол к ветру. А это мне решает многие вопросы. Наша скорость 5.1, сейчас 8.40 утра. Это уже 11 дней. Что за болты, что они держат, вообще непонятно. Ступенька вот. Починить ее будет вообще несложно. Нужно будет просто взять и перекрутить. Это уже второй раз, когда ступенька ломается у нас на лодке. Нижнюю ломал Саша. Вернее, как они ломаются. Не Саша ее ломал, просто спускался, она под ним отломалась. А на этой я стоял, и она то же самое, просто отвалилась. Никто не упал, никто не травмировался, поэтому, слава богу, взять и прикрутить. Для того, чтобы ставить дрог, мы используем, у нас есть на лодке три рифа. Это риф 1, он уменьшает парус на 25%, остается 75%. Это на 50%, остается 50%. И этот 75%, остается, соответственно, 25% паруса. А вчера я обнаружил, что у нас на втором рифе оборвалась оплетка. Сейчас я покажу, как это выглядит. Заодно можно посмотреть на то, как выглядит у нас море. Итак, сегодня 11-й день нашего путешествия. Его я снимаю с такого необычного ракурса. Мне нравится, он красивый, но не суть. Сюда я вылез, потому что у нас появилась некоторая техническая проблема. Выглядит это так. Которым уменьшается площадь паруса. Он у нас перетерся. Поэтому в случае избежания того, что он лопнет, там, и парус начинает что-то непонятное делать, я взял третий риф. Третий риф — это вот он отключаемый. Я его открыл вот, и подключил к тому месту, где у нас держится второй риф. Теперь третьего рифа у нас нет, а третий и второй выполняют одинаковые функции. С той стороны почти. Я его закрепил просто механически в пару. Вот он у нас стоит вот на втором рифе. Что идем мы, нам осталось 150 миль до Шри-Ланки, огромные волны океанические, иногда прикольные, иногда сильно нас корректируют по курсу, но мне здесь очень нравится, так как у нас порвался первый парус, мы идем под штормовым, идем херово, поэтому помогаем моторам, ну, при таком расстоянии и таких дистанциях можно себе такие мелочи позволить. Вот такие вот, у нас осталось 130 миль до Шри-Ланки. Вот сюда вот мы идем. Вот сама Шри-Ланка. И вот здесь вот у нас город, в который мы и направляемся. Ключи, если говорить о Шри-Ланке с точки зрения навигации, это враг. Это остров с точки зрения яхтинга, полное говно. Потому что чтобы сюда зайти, нужно иметь яйца из нержавейки.
короче, вот даже вот такие вот моменты overfalls, это то, что, наверное, связано каким-то образом с волнами. И вот он, здесь говорят, что на глубине около 100 метров идет увеличение, очень серьезное увеличение overfalls, и очень жесткий overfalls может появляться даже во время хорошей. Вот мы уже подошли, здесь сделали поворот до вот этой точки 9,90 миль, и потом идет вход в бухту. Я врубил вот такой газ, это у нас 2300 оборотов. Мы идем против волны, потому что мне надоело уже заряжаться против ветра, я уже устал. И вот впереди нашей лодки рыболовецкий корабль. Тут все брызгает, в общем, неприятно. Вот он. А за ним первый раз показалась земля. Это и есть Шри-Ланка. Она такая низкая. Ну, очень безумно рады. Очень безумно рады, что мы наконец сюда дошли. Ну, еще как бы не совсем дошли, но землю уже увидели. Это уже огромный плюс. Вот где сейчас мы. Вот это заход в большую бухту. Потом мы проходим сюда до входа 6 миль. Поворачиваем, и где-то вот здесь мы будем находиться. Процедура захода на Шри-Ланку следующая. До того, как мы выезжали на Шри-Ланку, мы отписали агенту. Мы нашли агента через Нунсайт, который скинул нам подходящее финансовое предложение по оформлению. Все работы по оформлению на Шри-Ланке проходят через агентов. В общем, мы договорились, подали все данные и сказали, что будем подходить к Гале. Но так как у нас в Гале зайти не получилось по техническим причинам, мы зашли в Трикомали. И когда я связывался с портом, Port Control, они сказали, типа, у нас нет вашей заявки. Я сказал, что мы планировали другой город, и типа, надо будет связаться с агентом и найти ту заявку, которую мы ему подавали. В общем, дальше будет видно, как это все будет происходить, потому что я вообще не знаю, я никогда на Шри-Ланке не был, ни разу не оформлялся, будем смотреть. Вон за нами уже подъехали военные. Я надеюсь, моя штука не выглядит слишком подозрительно это для них. Такая лодочка у них смешная. Высаживала их самих, так что теперь мы сажаем ребят обратно. I will just put it in the river.
Самое главное, лучше всех управляют. Так что есть небольшие трудности, и тут и папа, и они все вместе. Окей, бай-бай! See you! Все. Говори. Стоим с подветренной стороны, бухта где-то около 5 миль, волны, конечно, есть, но разговаривать здесь не очень сильно. Сам городок выглядит со стороны воды вот так. Это есть общественный городской пирс. Возле этого пирса в этих домиках находятся все службы. Синий корабль с синим дном, похожий на службу береговой охраны. Это и есть корабль, на котором сам пирс. Вот они сказали стоять нам по к нему пришвартоваться. Мы пришвартовались. Идея была. Волна идет боковая, и лодку лупила достаточно сильно, хотя мы ее не поцарапали, но все равно. Глубины здесь от 2 до 3-4 метров. В общем, не бог есть что. Для нас было мелковато, но тем не менее, мы там, может, где-то цепнули, но это не ощущалось. Мы стоим, рядом с нами стоит еще один катамаран. Весьма странные люди, может, у меня получится, я покажу, но это какой-то такой совсем-совсем хиппи-чипси-стайл, вообще кошмар.